Студенческие проездные карты, доступная аренда на жилье для молодежи. В коворкинг-центре «Жастар Алана» в неформальной обстановке прошла встреча акима Караганды с молодежью города. Собравшиеся не только делились планами и достижениями, но и обсуждали актуальные вопросы. Подробнее у Ирины Вовищевич. У нас в городе почти 100 тысяч молодых людей. Это студенты, школьники. Поэтому город студенческий, можно сказать. Вузы у нас хорошие, поэтому со всего Казахстана к нам приезжают, не только со всего Казахстана, зарубежных государств приезжают. Поэтому город у нас молодежный, и мы должны стараться максимально создать условия для вас, чтобы вы дальше развивались. Волонтеры, рабочая молодежь, спортсмены, представители сферы образования приняли участие во встрече с акимом города Ермагамбетом Буликпаевым, которая прошла в неофициальной обстановке. Подняли злободневную тему, связанную с пандемией, с нехваткой рабочих рук. Я вот, например, лично я так считаю, первое – это здоровье. Первое. Без здоровья никуда. Второе – это работа. Надо работать. Все время просить. Мы даем возможность удочке, а не рыбе. Все время сидеть и там вот этого нету. Я вам откровенно говорю, рабочих рук не хватает, людей не хватает. Нужна хорошие специалисты. В свою очередь, ровесник независимости, председатель ЖАС Отан Караганда Ержан Хамитов поделился ходом реализации дорожной карты «Жастар Отанга». Победитель проекта «100 новых лиц» по номинации «Медицина» Дарын Абельжанов рассказал о деятельности медицинских работников, волонтеров-медиков в борьбе с пандемией. Мы сейчас очень сильно переживаем по новому вирусу. Новый штамм, да? Да, новый штамм. Омикрон, он получается омикрон. Как ласковая убийца, так называемый. Так, потому что симптомы могут быть как у ОРВИ, у гриппа, а он может там, ПЦР может оказаться отрицательным, но при этом процент поражений легких может быть рапидным. Это около больше 50 и так далее. Это молниеносно. Например, сегодня 50%, а на следующий день 80%. В Ютубе же, да, там какие-то канал, свой канал. Instagram, попробую, да. Инстаграм, да, мой канал, да, вот один час, может быть, ты уделись по вот, как врач. Что надо делать, на вопросы отвечать. Давай мы организуем такую площадку. Депутаты молодежного маслихата Диана Салихова и Алина Егорова поделились итогами проекта «Дебаты Казахстана» и рассказали о ходе реализации проекта «Караганда говорит, травли нет» и «Дебаты для всех». Необходимо обращаться ко взрослым, что нет в этом никакого стеснения или чего плохого, что нужно в первую очередь обращаться и не молчать. Встреча была достаточно интересной и информативной. Поднимали важные не только для молодежи, но и всего общества вопросы. Также высказано предложение депутатов молодежного маслихата о внедрении студенческих проездных карт ОНАЙ по примеру Алматы, отсутствию безвозмездно функционирующих досуговых центров, а также о возможности внедрения арендного жилья для рабочей молодежи с минимальной стоимостью. На таких встречах молодежь может открыто поднимать какие-то актуальные вопросы молодежные, также проблемные вопросы. И считаю, что благодаря таким площадкам все эти вопросы будут решаться. Встречи такого формата будут проходить ежеквартально. Ирина Вабищевич, Шалкар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5 канал.